Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и это очередное видео по МТА Провинции. Сразу же хочу вам сказать то, что я играю на 4-й сервере, мой ник Адамс Манчини. Если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании или же по ссылочке в закрепленном комментарии. Регистрируйся, скачивай провинцию, заходи на любой из 7 серверов, вводи мой промокод Бублик, получай прикольные плюшки и начинай развиваться вместе со мной. Ну а в этом видео будет нарезка, вы очень любите нарезки, реально актив на них очень хорош, вы ставите лайки, надеюсь, и под этим видео вы наберете достойное количество лайков, не буду говорить какую-то конкретную цифру, понадеюсь на вас. Ребят, что вы поставите, вот то и будет. Это значит уровень наших нарезочек. Значит, здесь что происходило. В этом видео вы увидите, как наш лидер Лиана Манчини, а также следующий администратор, организовали для нашего ГУВД массу мероприятий, такие как дерби, перестрелка, догонялки и паркур. Естественно, я в этом всем участвовал, участвовали также данные Германы. И что из этого получилось, вы увидите в этом видео. Скажу вам правду, это было очень круто. Спасибо. Ну, теперь переходим к самому видео. Всем приятно, кто кушает, также кто пьет чай. Там, я помню, в комментариях кто-то жаловался, что я не сказал приятного чаепития. Вот приятно вам чаепитие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Погнали. Тут стоит... А, у него АФК 10 минут, понимаю. А давайте Адамс нахрен. Сольем. Давай, ой, блядь. Келвин приехал. Герман, хорошо ты стоял. Кто куда, я посмел, по. Но у меня уже тачки пизда сейчас будет. На! По пингу. Ой, да, пингу. В меня Келвин хотел на полной скорости влететь, я остановился, он в стенку ушел. Ибо нехуй. Сталин? Нет, отстань, Лиана, ты меня не тронешь. Отстань, отстань, отстань. Лиана за мной едет, скотина! Отстань от меня! Отвали! Отвали от меня, отвали! Отстань! Меня двое пиздят. И один, и второй. Ну, я тебе припомню. Ты будешь, ты пожалеешь об этом. Ты пожалеешь, я тебе сказал. На! Нет! Нет! Они меня вдвоем бьют, и Келвин, и Лиана! Помогите! Нет! Нет, я дворник уворачиваюсь! Сука, достали. Ромарио, петух. Нет, отстань, КП нету на гелике. Поменяйте тачки срочно. Ля ты крыса. Помогите! Отстань, отстань. Поменяйте тачки. Тачки поменяйте. Еще одно ДТП, и я труп. Еще одно ДТП, и я трупик. Я уворачивался как мог, и причем по большей части я дамаг получал не от нее, а от того, что я от нее уворачивался. Там и влетаю в других. Монстр-траки. Монстр-сраки. Помогите мне, пожалуйста. Она опять за мной едет. Отвали. Отвали, хоть пошел пистолет. Все, машина не будет менять, поэтому мне габелла. Давай, Тёма, тащи. Да камон, тащи, у меня черный дым, я не знаю, как я уворачиваюсь. Два гелика! Нет, отстань от меня, дура! Я остался, все! Я победил! Обязательно было так хорошо, чтобы я победил! Она меня все равно поймать не может. Чекай, чекай сейчас. РБ, чекайте. РБ, чекайте. Бесплатно тут никак. Даже Герман. Где она? Где она? Покажите мне эту скотину. Где эта скотина? Иди сюда! Иди сюда! Казакем ты там ездила, а? Адам, стой. А чё, тут на деньги, что ли? О, спасибо. Хуёво. Да отстань, я тебе чё, блядь? Я что, виноват, что меня блатят? Я тебе... Я запомнил этот момент неровный, слышишь? Я это запомнил. Я за тобой гонял. Я запомнил. Ты такой лох. Ты лох.
Я на гелике умудрялся от тебя увернуться, ты понимаешь? Ты не могла меня вынести, ты за мной, полкатки за мной ездила. Опыт. Это просто у кого-то опыта нет. Вау. Мы делаем волчанский, значит так, тимимся втроем, ебем всех. Я ничего делать не буду, сразу забыть. А можно не буду никого ебать? Нет. Норман, Норман, я тебе не советую, нас трое, ты один, лучше с нами не иди. Так нельзя, тебя. А, без тима. Мы не тимимся, мы помогаем. Ну мы же просто не будем друг по другу стрелять. Ну да, просто подальше друг от друга станем вот здесь. Давай я вдалеку. Мы не тимимся, ни в коем случае нет. Я знаю здесь хорошую точку. Выдано через 10 секунд же. Вот, жалко, что нельзя тимиться. Там вдвоем тимятся, слышишь? Они друг по другу не стреляются. А еще не началось? Уже началось, разве как раз. Наверное, это начало. Ну, оружие же выдали, разморозили, знаешь, началось. А там втроем, смотри, трое тимятся на самолете. Пролетает Келвин и Нила. Мы с Даной. Давай, стреляй на меня. Я их собью сейчас, хуем собачь. Они втроём тупо в наглую стоят и все, им похуй типа на все. Где? Это вы вперед побежали? А можно по ним пострелять? Я вижу, а можно я по ним постреляю? Достаю, а я? Даже с топки. Тоже не достанет. А я достаю. Я Феникса гашу. Он не понимает, кто по нему стреляет. Я Феникса почти убил. Не подкидывайтесь близко к ним. Лучше мы будем стоять сзади, но зато мы будем живы. Я Феникса почти откинул. Дана... А, это не Дана, это Дэн. И он умер. Это ты его завалил? Я тоже на него прицелился в этот момент. Я тоже на него прицелился. Я смотрю, он откинулся. А это кто? Кто-то ходит. А, это ты, я понял. Это не я стрелял, если что. Это я шмаляю. Я по Пименову попал. По Пименову поймал, слышишь, попал. Дана, ты посередине или нет? Да, Дана посередине. А там же куча народу. Да? В смысле, а кто посередине, если ты не делаешь? Я тебе говорю, это вот эта мышка, которая по мне стреляла. А, это Норман! Я думал, это Дана! Дана, а что ты не сказал, что ты ушла отсюда? Не знаю, вы видите. А. О! Где она? На винтовку патрон дали. Да, блядь, ну как он простреливает, сука, у него только голову видно, блядь, что за хуйня? Ты попал? Да, блядь, он мне почти весь враг. Он ушел, я его убрал. Хорош. Вон он. Я его вижу. А, он с дробовика! Слышь, салам алейкум, я против дробовика не пойду. С дробовиком. Он сейчас к тебе пойдет, Герман. Я понимаю. А кто меня убил? Вот ты дебил, блядь, конченый, сука. Извини, такой пожалуйста. Идиот. Я смотрю, чувак с дробовиком стоит. Я прицелился, выстрелил, а ты оказался. Блин, извини, пожалуйста, я правда не хочу. Зато теперь никто не скажет, что мы тимились. Я не хотел, блядь, Герман, извини. Я помню, что он был с дробовиком, и я на это сделал акцент. Я его ждал. Я на это сделал акцент, я смотрю, спиной стоит, я думаю, отлично, идеальный момент. И хп у тебя было не прям очень мало, как ты говорил. А ты один на один остались. Так, ладно, я не буду терять хп. Ну ты пиздец, конечно, Герд, я с тебя в ахуе. Давай, выходи, не бойся. Выходи, не бойся. Тема, пуш, короче, пуш просто. Не плачь, я хочу победить. Есть, я его вообще лоу ставил. Раш, все без проблем. Давайте. Уже минут 5 посидите вдвоем. Давай. Нет смысла. Попробуй сидеть. Давай, выйди на него уже. Давайте просто сделаем два победителя, да и все. А я о чем? Или пусть они поднимут деньги. Да? Боже, как же напряженно! Ну,
Ай, все. Ура! Да, бля, напали на даму. Обидно, да. Боже, если б не время, я б тебе... Не, ну хорошо. Если б не время, я б не полез на твою позицию, ты ж понимаешь? Не, ну хорошо. Ты сидишь сверху, прячешься. А меня можно разморозить? Ну еще звук забагался. Ебать, Тёма, ты охуел? Что? Чего? Пиздец, блядь, пингу... Йоту, блядь, свою почни, пожалуйста, нахуй. Я просто повернул. Ля, кто-то выехал с поворота красиво. Ля, минус хел, да. Ой, Дана, ты видела, что я с Ханом сделал? Хан, прости. Хан, прости, пожалуйста, я не хотел. Ой, а кто там выкинул кого-то? Да ты говнюк. Я думал, это не ты, я ебу. Прикрывай. Я передал! Ты передал? Да! Да, передал. Я передал. Такой лаки, я тебе отвечаю. Уйру. Такие вообще смешные. Не говори никому, что я выиграл, молчи лучше. Он не сказал реально. Захотелось так. НЕЕЕТ! Повезло. Тогда зачем ты прыгнул? Повезло. Давай, мат. Тихо, ты нет. А, нет, не работает лайфхак. О, повезло. Фак. Есть. Здравствуйте. Уйди. Не трогай. Ты сейчас упадешь. Не трогай. Ты упадешь сейчас. Не трогай. Ты упадешь. Бублик только резко. Ты упадешь. Резко. Упадешь сейчас. Я прошел? А, нет. Да, давай дальше. Не прошу. Бублик, где ты сам? Давай ты первый, слушай. Я не хочу. Я давай ты первый. Ну а чё я? Я не знаю, как это проходить. Я верю тебе. Чего? Я чуть не упал. Почти что в самом конце. В самом, мать его, конце. Герман, а ты про какой заборчик говорил? Самый металлический, самый первый. Да, самый первый? Я тебе верю. Давай. Я стою чистого шкака, блядь, я даже не хочу. Куча людей, нахуй, надо. А можете меня поздравить? Я прошел. Изи. Не почувствовал. Можно, пожалуйста, не такие легкие? Да? Ну раз это был изи... Ясно, Булат, опять Бублик. Сколько он раз выиграл? Я чё, виноват, что я паркурить умею? Ты читер. Блатует он здесь, он Булат. Они мне говорят, это Блат опять. Немного предыстории к этому бонусу. Мы с Даной играли в Монополию, и я попал на 2,5 миллиона.
Bitch, I'm on a party like-